Накануне губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в итоговой расширенной коллегии Министерства транспорта России. На коллегии подвели итоги развития транспортной инфраструктуры в 2018 году и обозначили задачи на будущее. Это увеличение грузопотока по Северному морскому пути, обеспечение транспортной связанности страны, повышение безопасности и комфорта пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба главы региона. Среди крупнейших проектов, которые будут реализованы в России в ближайшие годы, назван Ямальский проект по строительству северного широтного хода. Стратегической задачей является развитие северного морского пути, грузопотока которому планируется увеличить к 2021 году до 30 миллионов тонн. Это будет обеспечено за счет вывоза природного газа, газового конденсата, угля и нефти, экспорта скорлета, дисков и лизинка, реализация транзитного потенциала и привлечение грузового газа за счет создания северного широтного хода и сухогрузного района порта скорлета. Реализация проекта по развитию северного морского пути – это огромная возможность для наших партнеров в машиностроении. Там тоже огромная задача для технологического рывка. Северный широтный ход попал во все необходимые стратегические документы, основные направления развития железнодорожной отрасли до 2025 года и во всех уже выступлениях ключевых руководителей, и министра транспорта, и руководителя российских железных дорог. Проект звучит как тот, что является приоритетным в их работе на ближайшие годы. В числе приоритетных задач также названо развитие авиаперевозок и модернизация аэропортов. По итогам коллегии губернатор Ямало отметил, в округе в ближайшие годы предстоит большая работа по созданию современной инфраструктуры как для грузовых, так и для пассажирских перевозок.